Знакомьтесь, это Миша. Он уже второй год на моноколесе. А это Сергей. Научился кататься буквально несколько месяцев назад, но уже делает первые попытки в скейт-парке. А это Лера. Смогла поехать на моноколесе менее недели назад, но уже спрыгивает с небольших бордюров. А это Андрей. Он пока еще побаивается ездить на моноколесе самостоятельно. А вот, собственно, и Лена. Ведь именно благодаря ей появились на свет Миша, Сережа, Лера и Андрей. Марш! Внимание! Марш! Впрочем, давайте обо всем по порядку. Несколько моноколес в семье уже не редкость. Но тут случай особенный. Многодетная семья, и у каждого по моноколесу. И для того, чтобы узнать об этом побольше и познакомиться поближе, отправляюсь в город Санкт-Петербург. Четыре часа на Сапсане, и здравствуй, северная столица! Не скрою, это приятно, когда тебя встречает целая моноколесная банда. Нет! И это все твои? Нет, конечно нет. Вот теперь все. Как? Как тебе пришла в голову идея нарожать столько детей? Как тебе пришла в голову идея внедрить нанотехнологии в свою жизнь? Ну смотри, ты можешь представить 5 велосипедов, стоящих в коридоре? Или 5 самокатов, стоящих в квартире? Это тяжело, это громоздко. А 5 моноколес вполне себе компактно, органично. Впишется, наверное, в любую, даже самую небольшую квартиру. Ну и как вы с этим всем справляетесь? Приглашаю присоединиться сегодня к нам, и мы тебе покажем. Ну поехали. Уважаемые пассажиры, скорый поезд МОН-135, сообщение на Лена, как тебе вообще пришла в голову идея попробовать моноколесо? Как это часто случается, в моем окружении появился человек, который уже на этом плотно сидел. Где-то я это уже слышал. Люди с моноколесами, они как веганы, они всем своим видом стараются показать. Смотрите, у меня есть моноколесо, даже если об этом у них никто не спрашивал. Понятно. А на каких моноколесах ездишь? InMotion V8 и InMotion V10. Почему именно такой выбор? V8 легкая, и, наверное, это тот предел веса, который я способна поднять, например, там, занести на 3-й этаж без лифта, к примеру. Да, в Питере проблемы с лифтами. 10-е классное, оно прет как танк, но здесь мне уже нужна помощь кого-то рядом, чтобы его поднять. Я уже не очень справляюсь. Понятно. Тяжело было научиться? Мне да, потому что я тупая. Тяжело было научиться? На самом деле не тяжелее, чем на велосипеде. Ну, что ты понимал, на велосипеде я не умею. Но на моноколесе я все-таки как через какое-то время научилась. А дети, как быстро научились они? Дети сейчас прокачанные рождаются, как айфоны. Каждый со своим обновлением. Это мы, как Nokia 3310. Так что дети быстро, за пару вечеров. Леночка, ну и последний вопрос тебе. Для вас моноколеса это как больше хобби, развлечение или есть какое-то практическое применение? Пойдем покажу. Искать практическое применение мы неожиданно отправились в магазин. Конечно, в данном случае продукты вполне логично заказать и на дом. Но при личном посещении есть возможность и сроки годности подобрать, да и каждый может выбрать себе какую-нибудь вкусняшку по вкусу. Передвигаться с пакетами на моноколесе вполне удобно. Это я и по себе знаю. И старшие легко справляются с этой задачей. После вкусного обеда мы взяли колеса и вновь отправились на улицу, чтобы продолжить вызывать удивленные взгляды жителей северной столицы и ее гостей. Признаться, в этот день я много завидовал детям, ведь при их весе и при тех скоростях, на которых они ездят,
Им вполне хватает заряда с самого маленького колеса InMotion V5, чтобы проездить весь день. Уже ближе к вечеру, продолжая кататься по улицам города Санкт-Петербурга, мы наткнулись на выступление Fire Show. Дети с удовольствием его посмотрели. Ну и завершили мы день в одной уютной кафешке. И на этом, собственно, было решено отправляться спать, потому что на следующий день нас ожидала какая-то неведомая мне поездка. Всем привет! Привет! Оу! Елена, куда мы направляемся сегодня? Мы в кругосветное путешествие! Какое кругосветное путешествие? Ну, конечно, не в кругосветное путешествие, но у нас запланирована поездка за город. Мы сегодня прогуляли школу и отправляемся за 40 километров от Петербурга в Красносельский район, деревня Телези. На моноколесах? На моноколесах. На моноколесах? Ну, конечно, нам поможет электричка, но в целом, да, для нас это довольно такие серьезные путешествия на моноколесах. Почему именно моноколеса? Почему никакой другой транспорт? Ну, а куда мы поместимся таким составом? Подумай сам. Не в каждую машину и даже не в каждое такси. Понятно. Что, готовы поехали? Да. По колесам. До Балтийского вокзала, с которого отходила электричка, ехать было чуть более 5 километров, и это расстояние могло бы пролететь моментально, если бы не бесчисленное количество питерских светофоров. В остальном для такого детского сада моноколеса оказались вполне-таки средством передвижения. Ведь вместо трат на общественный транспорт или такси есть возможность прогуляться и насладиться прекрасной питерской погодой. Так вскоре мы доехали на вокзал. Колеса на досмотре вопросов не вызвали, и в электричку с ними пускают вообще без проблем. Дорога всегда располагает к общению, так что у меня была прекрасная возможность поболтать и чуть ближе узнать ребят. Как тебя зовут? Миша. Как давно ты ездишь на моноколесе? 2 года, а то и больше. Быстро научился? Да, за неделю, а то и меньше. А нравится? Очень. Чем тебе нравится моноколесо? Оно очень быстрое, удобное и легкое. Следующая остановка. А ты ездил на электросамокате? Да. Ну и как тебе? Осторожно, двери закрываем. Очень хорошо, но все-таки моноколесо лучше. А тебя как зовут? Сережа. Как быстро научился? Ну, за пару дней. Ребята, а на каких колесах вы ездите и почему? Я езжу на V8. Это InMotion V8? Да, InMotion. Мне, ну, вот. На чем еще пробовал? Я пробовал на V5, V10, V11, на Кинсонге L10 вроде. L10? Да. То есть на цель мне что-то да, подсказывает. Ага. Вот. Какой тебе самый прикольный? Для тебя конкретно? Если в плане скорости, то, конечно же, понятно, вот V11. Ага. Она, ну, быстрая. А по удобству V8. Сереж, а ты на каком колесе ездишь? Мне нравится больше V5. V5? Почему? Потому что я недавно сломал руку, и мне тяжело таскать большие колеса. Ты сломал руку на моноколесе? Нет. Нет? А как ты сломал руку? Я ходил на секцию... Я ходил на брейк. На брейк? Да. Понятно. Ладно, спасибо.
Как тебя зовут? Лера. Как давно ты ездишь на моноколесе? Неделю. Долго училась? Где-то пару дней. Нравится? Да. Опиши свои ощущения, когда едешь на моноколесе. Ну, такое чувство, как будто бы ты летишь. Почему-то все так говорят. Хорошо, спасибо. Вскоре мы прибыли в Красное Село, и после небольшой моноколесной прогулки нам предстояло выяснить, куда же Андрей девал свое моноколесо. Признаться, я ожидал, что по приезду дети отложат моноколеса и начнут играть во что-то еще. Но этого не произошло. Дети продолжили резвиться на моноколесах. Конечно же, я и сам уже не первый год езжу на моноколесе. Но те трудности и те неудобства, с которыми ежедневно сталкивается многодетная семья, я испытал на своей шкуре впервые. И не сказать, что моноколесо – это панацея с точки зрения транспортного передвижения для детей. Но некоторый эффект и некоторые бонусы оно, безусловно, дает. А на этом день подходил к концу, а нам еще предстояла дорога обратно. В это трудно поверить, но моноколеса практически не требуют обслуживания. И единственное, за чем приходится следить, и это давление в камере. И третий наш день начался именно с проверки давления и подкачки моноколес. Погода приятно поразила, так что мы, предвкушая очередной восхитительный день в Санкт-Петербурге, отправились выяснять, насколько же хорошо подходят друг другу двое взрослых, четверо детей, шесть моноколес и метро. И тут, конечно же, никакого неприятного сюрприза не произошло. Впрочем, оно и понятно, ведь моноколесо и метро давно являются проверенной и любимой связкой жителей многих мегаполисов. В этот день произошла еще масса знаменательных событий, которые я запомню надолго. Миша научился заезжать на достаточно высокие бордюры, а Лера, наоборот, научилась с них спрыгивать и наконец-то добралась до украшений моноколеса. Сережа все-таки заехал на свою первую рампу и сделал первые попытки езды задом. Андрей немного повысил навыки собственной езды, а я подловился на том, что когда говорят про езду на четырех колесах, я почему-то уже думаю не об автомобиле. Ну и кроме того, пока мы снимали этот ролик, начинающий скейтбордист прицельно торпедировал нашего видеооператора. Кстати, спасибо Михаилу за помощь в съемках. А еще у меня наконец-то появилась возможность и волшебный инструмент, чтобы взять интервью у детей. Ребята, а есть ли что-то, что вас подвешивает в моноколесе? Я подвешивает, что вес очень тяжелый. Миша? Ну, наверное, предел скорости, потому что я хочу, чтобы было намного быстрее, не было ограничений. Сережа? Я хочу, чтобы добавили режим самопланировки и режим самопарковки. Лера? Я хочу, чтобы делали розовенькие колеса для девочек. Супер. Ребят, а чего вы боитесь, когда едете на моноколесе? Я боюсь упасть. Миша? Маленьких детей и дебильных самокатчиков. Сережа? Боюсь некачественных мосфетов. Некачественных мосфетов? Да. Лера? Сережу. Окей. Окей. Он самокатчик! Окей. Дебильный. Чего это? Он самокатчик. Окей. Окей. Ребят, сколько личных моноколес ты хотел бы иметь? Андрей? Сколько количество? Два. Я, наверное, тоже три, наверное. Тоже три? Нет, даже три. Три. Окей. Сережа? Я бы хотел шесть. Шесть моноколес? Да. Почему шесть? Потому что у меня будут дети и жена.
Окей. Лера? Я хочу 8. 8 моноколес. Окей. На твое усмотрение, какой самый большой плюс у моноколеса? Что оно быстро едет. Миша? То, что его можно использовать в целях передвижения. Серьезно? Что оно маленькое, компактное и помещается даже в маленькую квартирку. Мне нравится моноколесо, потому что его можно, ну, не знаю, в квартиру поместить и удобно перемещаться. Окей, тогда следующий вопрос. Опиши моноколесо будущего. Не знаю, мне кажется, что будет оно уже треугольное и будет намного быстрее. Супер. Я думаю, что они будут уже все давно летать и не будет таких, которые ездят по земле. Уже все будет летать, все дома будут в полете, все в полете. Супер. Сережа? Мне кажется, оно будет почти такое же, но только на них можно поместить больше людей, и оно будет удобнее. Лера? Мне кажется, оно будет расти и станет уже большим, как самокат, например, огромный, и можно туда поместить очень много людей. А когда вырастешь, купишь ли ты своим детям моноколесо? Андрей? Нет. Не купишь? Угу. Не да. купишь? Миша? 100% да. А? Потому что 100% да, потому что это хороший такой удобный транспорт. Сереж? Я куплю, потому что оно удобное, быстрое. Лера? Я куплю, потому что, чтобы передвигаться быстро и не тормозить, как некоторые. Чего не хватает моноколесу? Что оно не так, не такое уж и быстрое. Вот. Мне кажется, моноколесу не хватает больше дополнительных функций каких-нибудь. Ага. А моноколесам не хватает, есть колеса с подвесками, а у некоторых их нет. Подвески не хватает? Да. Лера? Я хочу, чтобы в моноколесах была быстрость и чтобы они удерживали тебя, если ты падаешь. И розовость. Да. Ну, понятно. Андрей, последний вопрос тебе. Если бы тебе предложили выбрать любой транспорт, который ты хочешь, какой бы ты выбрал? Моноколесо. Не самолет. Не автомобиль. Нет. Моноколесо. Именно моноколесо. Миша? Однозначно моноколесо. Однозначно. Сережа? Моноколесо. Моноколесо. И Лера? Моноколесо. Моноколесо лучший транспорт? Да. И Юра? Да, наверное, тоже наверное, тоже моноколесо. А на этом день подходил к концу. Где-то на железнодорожном вокзале готовили пути, чтобы подать мой поезд, который унесет меня обратно в мой родной город. Но уже сейчас я точно могу сказать, что эти 3 дня, пропитанные детскими криками, счастьем и сумасшествием, навсегда поселятся в моем сердце. Ну, а что касается моноколес, увидел ли я что-то новое? Наверное, нет, но зато я испытал самую настоящую радость от того, как Миша, Сережа, Лера и Андрей покоряли все новые и новые вершины в освоении этого уникального вида транспорта. А на этом мне остается пожелать всем исключительно положительных эмоций от использования моноколеса, и надеюсь, мой рассказ вам понравился. Всем доброго дня и еще увидимся.